30.09 по 20.09 в связи с ремонтом бойлера в доме будет отключено горячее водоснабжение. Это объявление от управляющей компании МУП «Водоканал» жители получили совсем недавно. И, казалось бы, человеческий фактор, ошибка – это не самая большая проблема. Вот уже как 4 недели здесь нет горячей воды. Причем нет воды не во всем доме, а лишь в половине. 4, 5 и 6 подъезды сегодня ровно как месяц греют воду самостоятельно. Татьяна Третьякова, жительница дома, отмечает, прежде горячую воду так надолго не отключали. Соседи, в том числе, в управляющую компанию звонили не раз. Однако причины до сих пор неизвестны. Просто ходим с кастрюльками, у кого нагреватели есть. У нас вот нету. Вам приходится в кастрюлях греть? Ходят в кастрюлях греть воду, и ребенок в школу собирали также. В связи с какой-то поломкой. Какая поломка, нас в известность не поставили. Сказали только о том, что запчасть купили, и в районе до 30 сентября поломка будет исправлена. Это нам еще месяц сидеть без воды. В подвал последнего 6-го подъезда, где предварительно и произошла поломка, доступа у домовладельцев нет. Почему работы по ремонту бойлера начнутся только сейчас? Жители негодуют. По их словам, собираемость у дома хорошая. По всем квиткам платят исправно. В дополнение, первая половина дома словно отдельное здание. И горячая вода есть, и подвалы в порядке, и даже крылечки подъездов отремонтированы. Жителям второй половины остается довольствоваться лишь холодной водой, ветхими подвалами, в которые не всегда есть доступ, и разбитыми крыльцами подъездов. Когда появится горячая вода на линии на 66, расскажем в следующих выпусках новостей. Екатерина Зибзеева, Даниил Бутурин. Новости Верхнекамья.